Анна Бончикова, актриса театра и кино, сыгравшая более 80 ролей в кино и сериалах, а также в театре. В первый раз она вышла замуж в 1999 году за музыканта и актера Максима Леонидова. Через 4 года они развелись. Общих детей нет. Именно о ней написана песня «Девочка видение». Во второй раз Банщикова вышла замуж в 2007 за адвоката Всеволода Шаханова. В этом же году у них родился сын Михаил, а через 2 года второй сын Александр. И в марте 2017-го актриса родила долгожданную дочь Марию. В молодости Анна считала себя стопроцентной урбанисткой и совершенно не могла представить, что когда-нибудь будет жить за городом. Да и ее муж много лет прожил в центре Нью-Йорка. Пара долгое время жила в центре мегаполиса, рядом с метро Бауманская. После появления сыновей пара решила переключить внимание на загородное жилье. Однажды друзья семьи посоветовали посмотреть коттеджный поселок 17 километров от Москвы под названием Трувель, где в итоге Банщикова с мужем приобрели особняк, оформили коттедж в неоклассическом стиле с функциональными элементами. В системе хранения и распределения пространства уделено особое внимание. Все имеющиеся шкафы встроены, а книжные стеллажи монтированы от пола до самого потолка. И таким же образом сделаны шкафы на кухне. Гостиная в светлых тонах соединена с обеденной и кухней. Это довольно популярный прием в обустройстве жилого пространства, который позволяет зрительно увеличить все зоны, не отделяя их ненужными перегородками. В центре кухни-столовой установлен остров с рабочей столешницей и плитой. Все сделано так, что, усевшись рядом, можно наблюдать за приготовлением пищи, как в некоторых ресторанах. Комнаты сыновей являются точной копией друг друга, так их родителям удалось избежать лишних ссор между мальчиками. Спальня хозяев сделана по подобию гостиной, и в ней гармонично соединились ванная и гардеробная. Получилось одно единое пространство, в которое посторонним вход воспрещен. Комната дочери расположена на втором этаже. Возле кроватки установлен большой стеллаж, на полочках которого хранятся книги и игрушки. А как вам апартамент? Актриса, пишите свои мысли в комментариях.